Уже выигрывает. Да. Стоп, стоп, Артём, стоп, Артём. Не, я бы сделал, я просто пожалел. Нет, 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 не слышу. Мне показать 5 бросков. Значит, ты показываешь через бедро, подсечку, через грудь, с упором ноги в живот и бросок захват за ноги. Все, вышли на ковер, встали, приготовились. Бедро, смотри, бедро через грудь. Мельница с упором ноги в живот. Подсечка. Подсечка с экрани, не тропа. Можешь придумать что-то свое. Встали на ковер, приготовились. Приготовились! Хаджи! Дай пора или снова что-нибудь? Нет. Ну, сладко, 4 минуты. Мельница. Пошел, Владимир. Мельницу. Мельница. Держи за ухо. За ухо. И оп. Нет, не так руку, а вот так. Вот отсюда. А ты берешь вот так. Вот так, за ухо. Нет, за ухо. А это смотри. Не вхватываешь, отсюда оставишь. Оп. Мельница с колен. Как ты мельницу делаешь? Вот, вот, молодец. Еще делай. 10 раз. Владимир, а попробуй со стойки перейти на колени. Опа! Есть сервуйпон. Подъем. Ногами, ногами перевернись от души.
чуть-чуть, ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты его пожалел? Знал, что я не видел. Я видел. Я что, глаза на жопе? Как ты мог видеть? Молодец. Андрюха. Чебанянску делаешь, Владимир? А ну-ка, чебанянсочку. Голову между ног. Опа. Видишь, Чеза? Голова должна быть под мышкой. Прыгай, прыгай, прыгай! Ай-яй-яй! Хороший. Топ за ковром. Андрюха, смотри, зацепил, классно. Пару раз прыгнул, смотри, и ногу поставил. Ты ногу эту держи все время. На этой прыгай, этой держи, пока не упадет. Видишь, он уже умирает. Так, еще раз. Давай, давай, Владимир. Владимир! Еще. Даешь захват, Чезар очень близко подошел. Чезар очень близко подошел. Чего, завтра поборемся. Через грудь, Владимир. Падение. Сейчас. 30.
отжиманий с хлопком. 10 выпрыгиваний с отрывом ног от ковра. 10 раз пресс. Локтями достаем колени. У вас минута. Чемпионат Европы. Еще раз. 10 флотель с хлопком. 10 ашизель с прыжком. 10 пресс и еще что? И 10 пресс достаем локтями. Это 30 у вас. Одна минута вам дает. Ну, кто будет чемпионом? Только не брать. Хаджимен! Раз, два, три.
вокруг ковра. Хочу устроить соревнования по физподготовке с тэквондистами. Боюсь, что они нас дернут. Надо такие упражнения подобрать, чтобы у них выиграли. А их больше? Броски? Нет, броски, у них нет бросков, они удары есть. Они лучше нас делают. А? Они удары, еще раз. Они удары, мы броски. Ну и что? И они больше ударов, чем мы бросков. То есть надо такое, чтобы... Мальчики, кто? Даня, я тебя прошу, останься еще на 5 минут. Значит так, Даник, Бутук и этот, Владимир, возьмите по 30 подтягиваний. Сырбо, Пастухов и Чеза. Андрюшенька, не надо, Андрюш. Можно 15 простых. Нет. А сколько? 30. Артем, давай так. Делает сырбу, делает чеза, а ты делаешь так. А, я тоже могу там 15. Ну, там, ну, чем взять, мы 50. 50, да? 50 или 30? 50, там. Вы готовы? Да. Владимир, достаем. Головой ко мне, Чезар, головой ко мне. Головой ко мне, Чезар. Капу корм. Вот так, да, да, чтобы видно было. Пошли. Андрюшенька.